Премия «Общественное признание» вручается в Иванове уже в 6-й раз. Лауреаты – горожане, которые внесли большой вклад в жизнь региона. Номинаций традиционно несколько. «Всю душу отдам детям», «Открытое сердце», «Патриот земли Ивановской», «Будущее города мы создаем сегодня», «Человек-легенда», «Покой нам только снится» и несколько других. В этом году претендентов 28, лауреатов только 10. Глава города Вячеслав Сверчков отметил, что аналогичная премия существовала 100 лет назад. Современные награждения – возрождение прежних традиций. Мы убеждены, что таких людей надо, безусловно, поддерживать тоже публично, для того, чтобы эта инициатива, они, конечно, на них смотрела и молодежь прежде всего, и тоже участвовала в общественной жизни города.